друзья, прямо сейчас на канале 3+ в Эстонии и в Латвии модная и стильная и музыкальная программа «Стиль жизни». Я Анатолий Эйн. В разгар телевизионного сезона мы продолжаем экспериментировать, много путешествовать и наблюдать за модными тенденциями. Мы находимся в Эстонии, в самом сердце города Таллина, где на сегодняшний день проходит модное событие – Erki Moe Show. 15 молодых дизайнеров представят свои коллекции на суд зрителей и жюри. Мы увидим новые тенденции и насладимся показами. Начинаем прямо сейчас. Прекрасная Мейси Вольт рядом со мной, которая, как говорится, занимается связью с общественностью. Чао, привет! Привет! Я точно знаю о том, что Мейси расскажет мне об истории создания Erki Moe Show. Все невозможно рассказать за пару минут. Erki Moe Show – это легендарное мероприятие Эстонии, где раскрываются молодые таланты. Erki Moe Show проходит уже в 33-й раз. Впервые мероприятие состоялось в 1982 году. Одним словом, это легендарное шоу. Здесь яркие молодые дизайнеры. Не так много одежды на каждый день, но много бурных, новых, свежих направлений. Как правильно сказала Мейси, что действительно Erki Moe Show появилось давным-давно, в 1982 году. Мы еще даже не родились. Но если мы говорим о моде, существует консервативная мода, существует мода на каждый день. А какая мода здесь? Можно ли ее носить или только показывать? Конечно, многое можно носить. Но в основном этот дизайн для самых смелых. Здесь молодые дизайнеры, которые только что закончили обучение. Они хотят захватить мир, у них дикая фантазия, такая мода для смелых любителей экспериментов. И, безусловно, найдется, что выбрать, если вы любите выделяться из толпы. У меня у самой есть пару их вещей от показа дизайнеров Erki. Будем сейчас говорить также о том, кто из дизайнеров сегодня принимает участие. Сегодня участвует 15 дизайнеров. Мне очень нравится Карл Кристоф Ребане. Он яркий и экстравагантный. Он, например, использовал кожу змеи для своего творчества. Мне очень нравится Кайрин Кэтман. Она использует светоотражающие нити. Сначала кажется, что это скромный наряд черного цвета, но при правильном освещении видно, как он светится. Еще есть Сандра Люкс, которой прочат место новой звезды в мире дизайна сумок и аксессуаров. Очень классная. Аника Кидран, которая уже побеждала в Erki. Здесь очень много новых дизайнеров, работами которых можно ознакомиться. Модные напутствия. Цвета. Используйте цвета и возьмите от них все. Приход нового сезона не означает, что теперь мы должны носить черные и серые вещи. Черный очень сенсуальный, и мне нравится. Черная кожа – супер. И цветная кожа тоже. Но добавляйте к ним цвета. Используйте песочный, оранжевый. Это и есть мои советы на предстоящий сезон. О, прекрасная гостья рядом со мной, Кристина Херодес, которая является модным журналистом. Чао, привет! Ну, чао, рада тебя видеть. Я хочу у тебя узнать, как у эксперта модной индустрии. Erki Moe Show на сегодняшний день, какая здесь мода? По моему мнению, уровень Erki Moe Show за последние 3 года поднялся невероятно. Здесь такая концентрация талантов. И нет уже такого понимания, что это просто школьники, которые еще только учатся. Это будущие звезды, которые с большим старанием, вдохновением и изобретательностью создают свои работы. Это невероятно. Здесь коллекции 15 дизайнеров и ни одной слабой работы. Предварительное жюри было очень строгим, и любой из участников – это будущий гений, а некоторые сделали себе имя уже сейчас.
На сегодняшний день существуют показы мод, такие как Riga Fashion Week, Tallinn Fashion Week. Это мода на каждый день и пре-де-порте. На Эрке Мой Шоу дизайнеров и одежду можно носить, например, на работу или на светское мероприятие. Ну, конечно же. Если у тебя сильный характер, то любые наряды могут подойти. Я считаю, что не стоит ходить в одежде, на которую скучно смотреть. И уж если одеваться, то так, чтобы вам смотрели вслед. На самом деле у Кристины золотые слова. Если вы чувствуете себя отлично, то я думаю, что любую одежду нужно пробовать на себе, добавлять яркие краски в свою жизнь. И не забываем про сногсшибательные аксессуары, такие как у Кристины. Я от эксперта модной индустрии хочу услышать пожелания для стран Балтии. Носите красное, желтое, а также что-то яркое, потому что в нашем климате нет так много цвета. Каждый должен сам привносить что-то в окружающий мир, чтобы создавать искру, радость жизни, и с помощью моды это легче всего сделать. Рядом со мной о прекрасная и стильная Пирет Пупарт. Привет, здравствуй, чао, привет. Привет, привет. Самое необычное в этом году то, что Эрке Мое Шоу проходит в абсолютно новом формате. У нас формат выставки. Так сильнее и ярче запоминается мода. Каждый дизайнер создал вокруг своей коллекции определенное пространство. В наше время это особенно актуально, так как мы привыкли к границам и рамкам вокруг себя. Поэтому такой открытый формат выставки особенно подходит. Профессиональное жюри на что больше всего обращает внимание и что нужно сделать, чтобы выиграть Эрке Мое Шоу? Эрке Мое Шоу – это творческий рай. Мы ожидаем чего-то нового, потрясающего, немного шокирующего. Возможно, вы поразите нас своей историей, а может, вы создадите новую технику. Непрактичность – это не главный критерий оценивания, но он может помочь победить в Эрке. Можно ли использовать какие-то элементы одежды на каждый день прямо из Эрке Мое Шоу? Можно кое-что использовать из коллекции. Например, интересная коллекция от Marilys Linhart. У них есть интересная деталь. Они водонепроницаемые. И если соединить две эти вещи вместе, что-то цветное и что-то водонепроницаемое, то это можно спокойно носить каждый день. Например, мы видим здесь одежду, которая так сделана, что в ней достаточно тяжело двигаться. Но мягкие, удобные вязаные вещи не сковывают движение, и вам нужно лишь немного смелости, чтобы их носить. Ты как профессионал своего модного дела, скажи мне, Riga Fashion Week, Tallinn Fashion Week, мода, она все-таки сочетается между собой, наша прибалтийская, в Эстонии и в Латвии, или она совсем разная? Возможно, различия в выборе цветов, которые предпочитают. В Латвии любят теплые оттенки, а у нас более холодные, что, в общем, очень логично. Ну, а я пожелаю нашим телезрителям, те, кто находится в Латвии, приезжайте к нам на Таллинскую неделю моды, а те, кто в Эстонии, путешествуйте на Riga Fashion Week. Как говорится, mix and match. Сочетайте и комбинируйте. Модный совет. Быть более смелыми, чем раньше. Самое главное, чтобы мы поддерживали местных дизайнеров и использовали эксклюзивные вещи в повседневном гардеробе. Наденьте простую футболку или майку и что-нибудь эксклюзивное с выставки. Попробуйте оставить открытым запястье, ведь это так красиво и элегантно. Общаемся с гостями праздника жизни на Эрке Мое Шоу. Team Blues рядом со мной, привет. Привет, привет. В этом году мне, конечно, очень нравится новый формат этого шоу. Как и Таллинская неделя, Эрке Мое Шоу решили усовершенствовать себя и преподнести все в таком необычном формате. То есть вместо подиума у нас сегодня выставка, музей, арт,
exhibition. Как ты считаешь, какие-то элементы гардероба из Эрки Мойшоу можно носить в повседневной жизни? Мне кажется, это очень зависит от дизайнера. То есть здесь есть очень экстремальные вещи и есть более-менее носибельные дизайнеры. Но пару вещей я на самом деле уже присмотрел себе. Я всегда советую яркие вещи, побольше цвета, но сейчас лично у меня довольно черно-белое настроение. Поэтому мне кажется, можно поэкспериментировать с формами, с фасонами и с необычными материалами. Так что не боимся экспериментировать и не только в моде, но и также в музыкальной индустрии. Путешествие продолжится после небольшой музыкальной паузы прямо сейчас. Весна пришла, давай встречать весну. Луна ушла, давай искать луну. Отправим письма и начнем войну. Пусть нас догонят, мы же не тату. А помнишь, мы проснулись наяву и осознали, что такое сон. Мы перестали думать про луну, собрались и ушли по одному. Силы на пределе, мы с ума слетели без тебя. Я ничего. Тихий вздох, недели мимо Бог. В постели я молюсь, но для чего? Силы на пределе, мы с ума слетели без тебя. Я ничего. Тихий вздох, недели мимо Бог. В постели я молюсь, но для чего? На сегодня это еще не все, что мы хотели показать нашим телезрителям в странах Балтии. Эрки Мойшоу продолжится и общение с гостями. Оставайтесь с нами и не переключайте 3+. Силы на пределе, мы с ума слетели без тебя. Я ничего. Тихий вздох, недели мимо Бог. В постели я молюсь, но для чего? Но. Силы на пределе, мы с ума слетели без тебя, я ничего. Тихий вздох, недели мимо Бог. В постели я молюсь, но для чего? Во время Эрки Мойшоу дизайнеры показывают свои иногда даже экстремальные коллекции, очень яркие и необычные. Поэтому напоминаю нашим телезрителям, что помимо красивого гардероба нужно добавлять яркие аксессуары, особенно если они от инструментариум. Прямо сейчас я дам несколько модных и ярких советов. На самом деле солнечные очки можно также использовать, если вы отправляетесь на светское мероприятие. Таким образом, на вашем лице будет настоящий композиционный центр. Ну а если это показ и вы хотите разглядеть всех моделей и всех гостей, подойдут солнечные очки с полным затемнением. А как найти универсальный вариант солнечных очков, чтобы они подходили на работу днем, в отпуск и на светские мероприятия, где порой недостаточно освещения? Ответ прост. Это солнечные очки с полузатемнением. Вы будете подчеркивать свою индивидуальность, и такая оправа обязательно подойдет на любое мероприятие. Если мы говорим о дизайнерах и брендах, то действительно в новом сезоне чем ярче и больше оправы, тем лучше. Массивность будет в этом сезоне доминировать. Поэтому если вы выбираете большие пластиковые солнечные очки, то обязательно включайте такую оправу в свой гардероб. А что же делать для тех наших телезрителей, которые любят невесомость и нежность? Классика тоже никуда не исчезла. Поэтому повседневные оправы и не только солнечные очки будут на пике популярности. Путешествуйте, наслаждайтесь жизнью и добавляйте красивые аксессуары и инструментариум в свой модный гардероб. Ну а наш праздник жизни на Эрке Мойшоу продолжается.
рядом со мной Танель Венри. Чао, привет! Тервис, тервис. Сначала мы поговорим не о Эрке больше, а о том, что прошел замечательный, огромный, пожалуй, самый масштабный показ в странах Балтии. И мы увидели невероятное шоу. Мы тебя поздравляем, Палю Инне. На самом деле я дизайнер-ювелир. Мое прошлое в тонкой работе с золотом и серебром. А также я работал с драгоценными камнями, с их яркостью, интенсивностью и эзотерическим магнетизмом. В узорах костюмах присутствует изображение минералов и полудрагоценных камней, из которых я и сделал коллаж. Ну а сколько все-таки было комплектов и моделей на твоем шоу? У нас было около 100 комплектов и 28 моделей, что действительно своего рода настоящий рекорд, если говорить о масштабе. Ну а сейчас вернемся на Эрки Моэ Шоу. Какое на сегодняшний день Эрки Моэ Шоу? Что изменилось в искусстве Эстонии? Лучше я скажу, что не изменилось. Невероятная энергия этого мероприятия, которая всегда меня впечатляла. И, конечно, бунтарство. Очень наслаждаюсь тем, что все эти истории личные, из глубины души. И поэтому такие самобытные. Если хотите прикоснуться не только к празднику жизни, но и попасть в этот мир искусства вместе с Танелем Венре, вы знаете, что нужно делать в новом сезоне. Смотреть программу «Стили жизни» и обязательно добавлять яркие краски. Приятно общаться не только с модными, но и профессиональными людьми. Художник Сигне Киви рядом со мной. Тере, здравствуйте. Мне сегодня очень нравится эта концепция, как поставлено Эрки Моэ Шоу. Это в первый раз, когда мы все время видим модели в движении. Если что-то понравилось, можно всегда вернуться. Браво организаторам. И здесь нужно быть даже немного сумасшедшим. Но не только. Классика и яркость должны быть в равновесии. Самое главное, как мы знаем, не только победа, но и также участие. Поэтому все, кто принимает участие на Эрки Моэ Шоу, уже победители. Моя любимая коллекция от Анники Кидро. Она моя бывшая студентка по Тартусской школе искусств. Она сама нашла такие материалы и сама их немного обработала. Я, как художник, была очарована этими произведениями. Как говорится, не нужно никому завидовать. Приезжайте из Латвии к нам в гости, посещайте модные показы и наслаждайтесь праздником жизни. Ну а для того, чтобы у нас было модное, красивое настроение, как выглядеть так же сногсшибательно, как и вы, ваши модные напутствия? Я на самом деле скромно одеваюсь. И я все-таки чувствую себя уверенно, когда на мне надето что-то черного цвета. Но не только. Черный помогает вывести другие цвета на первый план. И тогда нужно немного красного, немного желтого, и настроение улучшится. Прекрасная Лиззи, Эспа рядом со мной. Чао, привет! Чао, привет! Как ты оцениваешь сегодняшние коллекции? На что обращаешь внимание? Обращаю внимание на детали. Как устроена сама постановка, какие аксессуары, все эмоции и чувства. Очень большую роль играет общая стилистика и какие детали работают. Уровень здесь очень высокий. Молодые дизайнеры сами участвуют в создании материалов, и отсюда вытекают формы, краски и образы. Мой гардероб действительно полон красок. Я в него добавляю только цветные вещи. Мой гардероб похож на павлина, очень цветной. И самая темная вещь на мне – это колготки. Я вдохновляюсь путешествием по разным странам. Например, шарф на мне из Перу. Такой международный этнический синтез. Сочетание цветов – это отдельное искусство. А королева цветов – это я.
Красоты и модных тенденций никогда не бывает много. Мы находимся на Эрке Мое Шоу, и сегодняшний выпуск программы подошел к концу. Чем больше модных и стильных тенденций, тем лучше. Как мы видим на этом празднике жизни, главное не бояться экспериментов. Поздравляем победителя, ну а также помните, главное это не победа, а участие. Подписываемся на мой инстаграм и канал в YouTube, и мы встретимся с вами ровно через неделю и продолжим наши путешествия и светские праздники жизни, как всегда на канале 3+, в программе «Стиль жизни». Пока! I'm in love with you, I do all you want me to. You make me wanna, ha ha, make me wanna, ha ha ha.